28 августа, в день Успения Богородицы, Свято-Успенский храм будет отмечать 110-летие со дня основания. Свой престольный праздник храм планирует встретить обновленным. Сейчас там проводится реставрация здания. Свято-Успенский храм был построен в 1912 году. За свою более чем вековую историю он, конечно, ремонтировался. Но такой масштабной реставрации фасада здания здесь никогда не проводилось. Старая побелка никак не защищала кирпичи от разрушения. Стала появляться плесень. Чтобы сохранить православную святыню, было принято решение провести капитальный ремонт фасада храма с использованием современных строительных технологий. Снимается полностью побелка до кирпича. Затем производится грунтовка поверхности. После этого наносится специальный полимерный состав, который консервирует стены храма для того, чтобы не дать ни влаги, ни грибку развиваться дальше и вообще предотвратить данного рода действия. После этого грунтуется и уже после этого наносится фасадная краска. Помимо фасада будет обновлена кровля, приведены в порядок окна и двери. На сегодняшний день строители выполнили 50% всего объема работ. Завершить реставрацию планируется к Медовому Спасу 14 августа. Хотел бы поблагодарить предпринимателей нашего города, которые остались неравнодушными к обращению и моему, и со стороны администрации, так что было обращено. Ну и в первую очередь, конечно, администрация, которая в данном случае активно помогает в реализации данного проекта. Потому что проект так или иначе определенно имеет дороговизну, дорогостоящий проект. Поэтому вот общими усилиями, надеюсь, с Божьей помощью, мы закончим этот объем работы. Вы также можете принять участие в богоугодном деле, внеся свои пожертвования на ремонт храма. Средства можно перечислить на счет церковной организации или принести лично. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».